Уже который день под стенами американских консульств в разных странах собираются протестующие. В поддержку палестинцев вышли и в США, в сердце Нью-Йорка, на Таймс-сквер прошел митинг. Там люди держали в руках флаги Палестины и выкрикивали антиизраильские лозунги. А в греческих Афинах палестинские беженцы вместе с местными жителями провели марш. Неспокойно и в Берлине, там несогласные устроили демонстрацию у американского посольства. Не обошлось и без задержаний, некоторые митингующие вели себя агрессивно.